Змея Супернудзи. И не забывайте, как у меня две буквы К в конце. Нуды Си. И сегодня будет очень короткое видео. Извините, но я не успеваю. И вот жду. У кого такие проблемы, что у вас тут такая штука? Вот. Ребят, кстати, я на первом аккаунте создал клан. И вот там у меня 4К, но тут меньше, потому что я не знал, как миллион выпадет. Я пока тут играю и снимаю видео, но подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и это бесконечно будет длиться. Погнали! Ну, ребят, мне пришлось перезагрузить Brawl Stars, и я вот зашел. Вот мои все друзья. И вот он я, Black Belk. Ки. Где тут у меня? Black. Окей. Вот Black, ну ты. Ребят, добавляйте его, друзья. Вот это его клан. Я сейчас к нему вступлю. Ребят, кто в этом клане, выходите и заходите в мой клан, пожалуйста. Поддержите меня лайком и комментариями. Ну, я как говорю, что сегодня будет короткое видео. Все будет очень коротко. Ну вот, вот этот клан, вступайте. Тут мой канал есть. Если вы не знаете мой канал, если вы просто зашли в мой клан, подписывайтесь на мой канал обязательно. А если вы подписаны, вы молодцы. И у вас должны завтра отменить школу. Ребят, кто зайдет в клан, у кого есть, например, Леон, или Спайк, или Ворон, Сэнди не считается, вы вице-президент. Почитайте тут. И сейчас будем играть катку. Ребята, уже зашел в катку, мы вот играем. Ребят, кто Зайка или Леончик? Топовый. И Шоу 7 вроде бы. Я забыл. Это что называется? Я потом вам скажу. Я поставлю ссылки на всех. Я забиваю гол. У меня подлагало немножко. Я не понял, как я забил, но я забил. Я потом посмотрю повтор и вам покажу. В следующем видео по Brawl Stars. А в следующем видео мы будем играть со своим другом. Либо с Дани, либо с Мишиной. Потому что Миша не разрешает скачать Brawl Stars. Так как у него телефона почти что нет. И мне хочется немножко ему телефон подарить. Свой. Другой. Ну, со своим ходить Хонором. У меня есть такая идея, кажется. Я ему отдам свой телефон. ZTS, который я сейчас хожу. И, может быть, ему отдам. А с Samsung 20 буду ходить. Ну, не знаю, как ему разрешать. Может быть, ему купят уже этому классу. Но если... Я ему дам на своем аккаунте Black Belk поиграть. Ну, ребят, мы сейчас играем. И завершай. Ну, блин. Зайка Леончик, ты топ. Зайка Леончик, если ты смотришь это, подписывайся на мой канал. Ребят, если я ваше имя угадаю, вы ставите лайк и подписывайтесь на мой канал. Первое. Даня. Третье. Дима. Подписывайся. Четвертое. Четвертое. Егор. Пятое. Влад. Шестое. Семен. Восьмое. Ваня. Девятое. Сережа. Ну и десятое, конечно же, ребят. Ребятушки. Василиса, подписывайся на мой канал.
ребят, найти эти вот имена, я пронумерую и напишу в описании. Постараюсь это все сделать. Ладно, приглашу. Ничего. Давайте посмотрим список лидеров. Кто сейчас на первом месте смотрит мой канал? На втором месте смотрит мой канал. Подпишись на мой канал. ДДНЛ. Подписывайся на мой канал, если ты смотришь это видео. Пожалуйста. И, ребят. ДДНЛ. А где ДДНЛ? Вот. Ребят, если вы видите ДДНЛ, кто-то один по... всего трофеев на втором месте, тогда вы найдите, в каком он, на каком он месте в клубе, и напишите мне в комментариях. Я жду, я буду ждать. Ну, ребят, как я говорил, что видео будет короткое, я сыграю минимум 5-6 каток или 4. Ну, давайте еще 2 катки сыграем и будем прощаться. Да, ребята, опять же, не забывайте поставить лайк. Подписаться на мой канал. Я стараюсь на вас, чтобы вы смотрели мое видео с удобством. Ребята, помните то короткое видео, где там резко остановилось? Ребята, извините, это я просто там были подборки видео. Я просто хотел снять, это было короткое видео. Сори, что не сказал. Ну, как раз, если я назвал вас по этим именам, я эти имена еще напишу в описании. Вы подпишитесь, поставите лайк и напишите. И желаю я вам здоровья. Но вот кто сейчас за Брока играет из вас, кто меня смотрит, тот нормальный человек. Он, ты старался. Пацан. Короче, вот. Вот Брок, который проиграл. Ты не просто слил кубки, ты старался. Ты все нормальный. Ничего страшного. Я очень сильно хочу себе кого-нибудь выбить, но у меня не получается. Вот смотрите, вот у меня, вот это мой первый аккаунт. Я, если вы видели, ставьте лайки. Ставьте, конечно же. Если вы его видели, добавьте в друзья к себе, конечно же. Дойдите в наш клан. Сначала, если вы его сможете найти. Сначала вступите в наш клан 39 Россиевскую, скобочка Убрянск. И описание тут. Всего максимум трофеев в клане. Ну, не в клане, а максимум трофеев. Необходимо трофеев, чтобы вступить в клан. 600. Тег клуба. Вы скриншот сделаете. Меритесь с тегом и потом вступите в наш клан или просто напишите и все. Читаю описание. Привет, ребят, подписывайтесь на мой канал в Ютубе, пожалуйста. Канал Супер Нудзи. Вы топ. Если вам угрожают в моем клане, говорите кикну его. Ребята, если вам правда угрожает в клане, говорите кикну правда его. Ребят, если у вас в клане, поставьте, пожалуйста, вот такую фиолетовую штучку, как у меня. У Блэд Белт, пожалуйста. Как ее менять? Это мы уже половина. Вот смотрите, нажимаете вот на свою иконку и имя. Тут иконка и имя. И ваш уровень. Да, уровень. И жмете на имя Блэд Белки, Блэд Артём, например. И выбираете вот эту вот. Вот эту вот. Которая горит у меня оранжевым. Я отмечу. Ребят, ну если вам чем-то помог, чем-то вас развеселил, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ну,
А на этом мы заканчиваем. Всем пока, ребят. Сейчас буду смотреть Brawl Top. Ладно. Brawl Top мы уходим. Ребят, еще раз показываю мой клуб. Ладно, ну клуб это и клан. Заходите в этот клуб. Очень мало человек. Ну, пожалуйста, зайдите. Тебе не тяжело просто выйти из своего, вступить мой. Если ты мой подписчик, зайди в мой. А если ты не мой подписчик, ну стань ты моим подписчиком, пожалуйста. Нажми на колокольчик. На колокольчик и подпишись. А кто подписан, молодец. Все, пока, ребят. Тут подписка. Все, пока. Буду вас ждать в следующем видео. Пока.